Коронавирус обновляет данные. За прошедшие сутки в Одесской области зафиксировали 233 новых случаев COVID-19. Среди заболевших 6 медработников. Также возросло количество летальных случаев от осложнений болезни. За прошедшие сутки умерли 7 жителей Одесской области. В Минздраве также сообщили, что в Одесской области побороть вирус смогли только 46 человек. А вот вакцинировались чуть больше 3000. 1360 только начали иммунизацию, а полностью ее завершили 1711 одесситов. Напомню, что в эти выходные в Одессе можно сделать бесплатно прививку в центрах массовой вакцинации. Адреса вы видите на экране.